Видите, сколько фасоли. Правда, для того, чтобы накормить сотни бездомных в Лос-Анджелесе, Алану Пайнеллу нужно будет еще больше. Мы помогаем людям, которым не нашлось места в приюте для бездомных и которые вынуждены ночевать на улице. Таким, например, как Мэтью Рамирес. Он лишился дома в начале этого года и живет на улице вот уже несколько месяцев. Я просыпаюсь утром, и моя самая первая мысль – а что я буду есть? Мэтью сидел под мостом, когда к нему подошел человек и дал ему горячий буррито. Буррито – это лепешка с начинкой из сыра и бобов, иногда с мясом, листьями салата и помидором. Алан Пайнелл и его единомышленники раздают такие буррито бездомным. Это сделало меня таким счастливым. Буррито очень удобно есть, развернул и в рот. Обычно бездомным дают консервы, что-то в банке. Иногда содержимое такой банки трудно подогреть на улице. По словам Пайнелла, он выбрал буррито не случайно. Они долго остаются теплыми, мы ведь заворачиваем их в фольгу. Каждый третий четверг месяца Алан варит бобы. Он использует сухую фасоль, потому что фасоль в банках слишком дорогая. Благотворительная организация Burrito Project существует на пожертвования. К тому же Алан считает, что собственноручно приготовленная фасоль вкуснее. Особый ингредиент – мой труд и любовь. Алан знает, что в одиночку не сможет решить проблему бездомных в своем городе. Но хотя бы на вечер, на ужин, один раз мы их накормим.